Одесситы массово не платят за тепло. Долг в новом году превысил 500 000 000 гривен. Коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы предупреждает неплательщиков, что с маем будет начисляться пеня. Кроме того, из-за задолженности одесские тепловики не могут вовремя рассчитываться за поставки природного газа. Есть угроза, что нефтегаз просто откажется продавать голубое топливо. Я же напомню, теплоснабжение регулярно получает многомиллионную помощь из городской казны. За несколько лет эта сумма уже превысила 1,5 миллиарда гривен.